Всем привет! Сериал «Склифосовский», 8 сезон. Краткое содержание 1 и 2 серии. С момента выстрела в кабинете психолога прошло всего несколько дней, но жизнь в отделении очень изменилась. Марина обращается к бывшему однокурснику Вячеславу, который может помочь Брагину. Тем временем сотрудники «Склифа» собираются на кладбище, все кроме Павловой, которую вызвали на ковер министерства. Она отстранена от должности на время служебного расследования. В Склиф прибывают два новых координатора. В отделение поступают пострадавшие от взрыва газа в жилом доме. Врачам вновь предстоит решать сложную головоломку, с которой они уже сталкивались несколько лет назад. Павлова старается держаться, но она чувствует себя как не в своей тарелке. И по старой привычке она продолжает руководить. Таня, наконец, решает познакомить родителей со своим избранником, но милый семейный ужин заканчивается страшным скандалом. Чтобы не пропустить анонсы к новым сериям, обязательно подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео первыми.